Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чья это инициатива, вот то, что здесь происходит? Киевская міська клінічна лікарня номер 1 започаткувала цикл проведення благодійних акцій «День відкритих дверей лікарні», «День здоров'я» і благодійна акція «Допоможемо разом». В даний час, під час проведення даних акцій, ми запрошуємо, як правило, це людей літнього віку, людей, ветеранів Великої вітчизняної війни, бойових дій, ветеранів праці, пенсіонерів. Під час проведення даної акції сьогодні у нас працює 100 лікарів, які вони обстежують, виявляють захворювання, проводять дослідження. Все-таки в больниці? Да, в нештатному режимі. Консультація, госпіталізація в ургентному напрямку, а також направлення на планову госпіталізацію при необхідності. Рік за рік ми в минулому році провели 12 таких акцій. Та в цьому році, я думаю, що по багаточисленним зверненням наших ветеранів, заслужених людей, ми будемо проводити частіше, раз у місяць. Взагалі в широкомасштабному, що це, скажімо, людина отримувала допомогу і психологічно, психічного такого там душевну, тілесну, і не тільки лікування, але й опіку, піклування про самотню людину, про літню людину. Я председатель організації ветеранів Дарницького району. Я прийшов сюди і сам проконтролюватися, і пообщаться с нашими ветеранами, которых мы приглашаем сюда. А вы сегодня уже проводили какие-то обследования? Я проводил обследование. Мне недавно поставили хрусталик на правый глаз. И сегодня как день совпал, и поэтому я обратился в ту поликлинику. Они проконтролировали состояние проживаемости этого хрусталика. Ветераны очень довольны тем, что их вспоминают. Вот в чем главное. Вы понимаете, моральное состояние ветеранов в такие годы, когда болячек очень много, человек всю свою жизнь отдал войне или труду, а на старости лет оказался никому не нужен. Даже иногда дети, зарабатывая за границей, он остался одиноким. И когда мы такого ветерана приглашаем, он исключительно, вы знаете, воспрянет обычно духом, только из-за того, что о нем помнят, о нем беспокоятся. Вот телеканал «Здоровая Украина» и наша команда, мы вас поздравляем с таким праздником и очень-очень вас благодарим за победу и за ту страну, которая у нас сейчас спасибо. Есть. Без вас бы этого не было. Спасибо большое вам. Большое спасибо. Для 9 мая для многих ветеранов это выше его дня рождения и всех остальных семейных праздников. А прожил. Теперь моя задача прожить следующую годовщину до Дня Победы. Мурашки по коже. Пойду сейчас это. Насчет войны, насчет того, что ленточки носите, насчет того, что Георгиевская ленточка. Почему, как они... Потому что... Телеканал «Здоровая Украина». Скажите, пожалуйста, как я могу к вам обращаться? Как хотите, по имени, отчеству. Можете... А представьтесь, пожалуйста. Титорова Анна Федоровна. Анна Федоровна, очень приятно. Анна Федоровна, я вот смотрю, что у вас столько медалей, столько наград. Скажите, это все ваши заслуги? Моя заслуга. С 41 по 45. Скажите, пожалуйста, а где вы воевали? Где все проходили? Украинский фронт, 2-я воздушная армия. Скажите, во-первых, очень рада вас видеть. Очень приятно, что сейчас рядом с нами стоит такой человек, который прошел все эти боевые действия. Скажите, пожалуйста, мы понимаем, что у вас осталось очень много эмоций и воспоминаний после войны. А есть какие-то вот очень яркие, что конечно, всегда трогает и задевает? Ну, рассказывать, дорогая моя, то тут времени нет. Ну, хотя бы вот самое основное, вы можете нам рассказать, чтобы наша молодежь знала? Я что вам скажу, у меня вот орден Красной Звезды, это за Сталинград. Это была битва под Сталинградом, да, когда? Битва была под Сталинградом. Наш самолет упал в лесу, и мы пришли в лес туда его как на ремонт. Я работала механиком по ремонту самолетов. И когда мы пришли туда, там у нас уже все было подготовлено. Сейчас, с происходящими событиями в стране запретили носить георгиевские ленточки. Вот как вы к этому относитесь?
А я не понимаю, почему они запретили их. Их все время, и прошлый год, это самое, мы носили вот такие метры этих ленточек. А что они выдумывают там, я не знаю. Вам желаем прожить еще много-много счастливых лет, чтобы вы еще все-таки увидели своих новых правнуков, праправнуков. Вот. Будут и праправнуки. Сегодня-завтра. Анна Федоровна, спасибо вам огромное, вам здоровья. И, конечно же, мы желаем вам все-таки отметить 9 мая. Здравствуйте, с вами телеканал «Здоровая Украина». Представьтесь, пожалуйста. Заведующий рентгеновским отделением 1-й клинической больницы Петровский Николай Михайлович. Николай Михайлович, скажите, а вы можете рассказать более подробно о вашем отделении? Вот, например, об вот этом вот аппарате. Значит, мы находимся сейчас в кабинете компьютерной томографии, где проводятся исследования, в основном исследования это головного мозга, грудной клетки, брюшной полости и органов малого таза. Вот. Значит, в больнице у нас вообще отделение лучевой диагностики оснащено, сюда входят кабинеты ультразвуковой диагностики, кабинеты рентгенологические кабинеты, кабинеты МРТ и кабинеты компьютерной томографии, в котором мы сейчас находимся. То есть, проведя в комплексе вот эти все исследования, в зависимости от показаний и степени тяжести больного, мы можем установить быстрый и точный диагноз, что позволяет качественно потом провести лечение. Все это нам разрешает в кратчайшие сроки обследовать пациента, установить точный диагноз и, соответственно, провести качественное лечение. Перед выпиской тоже проводятся контрольные исследования, чтобы больной уже ушел полностью здоровым. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Коршак Олег Михайлович, лікар-травматолог Київського міського центру патології стопи. Сьогодні я бачу, що у вас дуже багато пацієнтів, які очікують у черзі, аби потрапити на прийом до лікаря. Скажіть, будь ласка, скільки з них до вас потрапляють ветеранів? Чи багато ветеранів зараз? На жаль, з кожним роком ветеранів стає все менше і менше. Тобто в загальній кількості це невеликий процент. Але така кількість хворих, яку ви зараз бачите, у нас практично кожен день. Практично кожен день, тобто ви тут так майже живете? Так, ну досить багато людей звертається до нас за допомогою. У нас є консультативний кабінет, який працює кожен день. От і приблизно таку кількість хворих, як зараз, може трошечки менше, ми обслуговуємо кожен день. А десь сьогодні скільки вже ветеранів до вас потрапили на прийом? Ось приблизно. Давайте Андрія Ігоревича спитаємо. Андрій Ігоревич, у нас ветерани були сьогодні? Та були, ну я так навскидку не скажу. Ну приблизно хоча б, щоб ви розуміли. Ну, я думаю, що десь четверо-п'ятеро було. Четверо-п'ятеро? Я думаю, що так. Всього четверо-п'ятеро ветеранів. Їх дійсно становиться все менше і менше. Ну, тоді дякую вам. Дякую.